Благослови, Владыко. Божественную литургию в день Антипасхи, когда православные вспоминали апостола Фому и евангелиста Марка в храме Петра и Февронии, возглавил архимандрит Нестор в сослужении настоятеля храма священника Александра Карпова и диакона Ильи Есина. За богослужением пел хор Георгиевского собора. Уютный деревенский храм святых благоверных князей Петра и Февронии в селе Захарово возведен недавно, около 2 лет назад, но истории его почти 2 десятилетия. Крест в его основании был освящен еще в 1998 году. Лишь когда захаровские жители смогли объединить усилия в деле возведения церкви, благодаря их общей молитве под окормлением протоиерея Павла Карташова, благодаря пожертвованиям и трудам прихожан, дело получило свое развитие и достойное завершение. В Евангелии есть известные слова. Царство Божие нудится, и только прикладывающие усилия достигнут его. Ничего без нашего содействия, вот так с неба, никогда не свалится. Сегодня храм Петра и Февронии – покровители семьи и брака, одно из знаковых мест района. Венчание здесь. Теперь добрая традиция. Место это не суетное, живописное. Все сделано с любовью и пониманием, потому и люди потянулись в эту небольшую церковь. Мне очень порадовало, что такой уютный, очень приятная проповеди мы слушаем, Слово Божье. У нас-то есть церкви, но далеко ходить, допустим, на Вязёма, в Голицыно, а здесь уже рядом, и уже сюда ноги идут сами. Около 2 месяца назад настоятелем в Захаровский храм назначен священник Александр Карпов, что называется, выросший в Георгиевском соборе города Одинцов, в котором не один год алтарничал. Сегодня молодой батюшка стремится продолжить традиции, заложенные отцом Павлом, и главное, что предстоит сделать, возвести рядом с нынешним деревянным большой каменный храм в честь святого Александра Невского. На его месте ныне возвышается крест. Планируется строительство приходского дома для размещения воскресной школы, библиотеки, классов для занятий детей разными видами творчества и спортом, что всегда в церкви бесплатно. Конечно, конкретных сроков сдачи объекта не предусмотрено, поскольку верующие понимают все по воле Божьей. Молимся усердно, чтобы люди такие сердцем открытые, да, и желающие потрудиться на таком ниве храмоздательства, как-то вот появились рядышком с нами. Ну, будем молиться. Ольга Винтер, Александр Зайцев, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцова».